Ну что, привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус и рубрика Retro Games. И в этой рубрике мы будем проходить игрушку под названием Черепашки-ниндзя, а точнее одну из частей на Sega. Называется она Hyperstone Heist, или как-то так примерно. Я не англичанин, ну ладно, пофиг. Так, ну что у нас тут есть? Что он сказал, Джеки Чан? Так, сложность выбираем герой. Ставим жизни 5, кредиты 5, так как я не такой уж и сильный хардкорный игрок. Нам все-таки стоит задача не тупо проходить игру, а поностальгировать. Вот. Ну что, давайте наливаем чаек и погнали. Один. Так, на выбор у нас есть 4 героя. Это Леонардо, Майк, Микеланджело, Донателло и Рафаэлло. Рафаэлло, как конфеты прям. Так, давайте играть за Дона. Это один из моих любимых персонажей в черепашках. Так что будем играть за него. Вы смотрите вечерние новости. Только что на наших глазах исчез весь Манхэттен. При помощи волшебного гиперкамня из измерения X я сначала завоюю Америку, а потом весь мир. Но сначала я разделаюсь с черепахами. Это Шреддер, что происходит? Мы должны остановить его. Включайте наш детектор энергии. Ну что, первая сцена, друзья. Нью-Йорк-Сити. Погнали. Так, вспомнить надо управление, немножко прыжок. Так, 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 это бег. В игрушке, игрушка такая вот, как бы, прилично хардкорная. На сложности герой будет много бойцов, ну, больше, чем обычной сложности. То бишь, ну, бойцов, я имею в виду врагов. Этих шреддерских отродий, киборгов разноцветных. Вот. Вот так мне нравится их выносить. О! Все-таки меня опередил. И вот эти они любители, кстати, подкрадываться сзади, армянцы. Вот. Ну, мы им сейчас покажем, где раки зимуют. Так, что-то у нас уже игра только началась, нам уже вынесли жизней целую кучу. Давай, на тебе. Еще. Так, вот эти желтые, они кидаются ножами. Сразу по 3 штуки. Так что нужно быть аккуратным. Саундтрек хочу особое внимание уделить саундтреку. Как бы саундтрек здесь очень динамичный. Если сыграть, допустим, на настоящих инструментах, все эти мелодии, получился бы отличный драйвовый такой рок или рок-н-ролл даже. Игрушка скучать не дает. О, использовал суперудар. Кстати, да, суперудар здесь использовать лучше редко, так как он жизни тратит. Так, пицца. Пополнили все жизни. Какие-то жестянки тут повылазили. Давайте их разберем на запчасти. Так, 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 осторожно. Не попадаемся на их лассо вот это. Оно бьет током. И бьет прилично.
Уровней в игре не так уж и много, в принципе. Но они довольно такие длинные уровни. Вот. Ну, я думаю, все-таки в игрушке нам, возможно, придется потратить и кредиты, и жизни. Но, в принципе, не суть. А, все-таки цапнул. Да что ты? Что это за металлист-то по всей канализации? Мусорки на колесах. Так, еще одни. Да чтоб тебя, а! Дон, не подводи. Нам нужна пицца. Пицца срочно нужна нам. Иначе будет очень плохо. Отлично, а вот и пицца. Получи, фашист, гранату. Знаете, поцелуйте мои пятки зеленые. Да цепись ты, любитель приармениться. Сейчас вам бамбуковой палочкой по бошкам-то. Отлично, и локацию канализации мы прошли. И вот мы выбрались на поверхность, собственно, это Нью-Йорк-Сити. А, не в ту сторону, черт. Ну, ладно. Получайте и распишитесь. Слышите, да, какое вот соло завывает? Какая-то 16 или 8-битная, да? Я не помню. Приставка. Просто звуки детства. В эту игрушку можно играть вдвоем. Кстати, вдвоем веселее. Но даже на уровне сложности герой вдвоем легче, намного легче. Потому что врагов в два раза больше не становится. Вот. И как бы распределиться по экрану с товарищем. Один с одного угла, другой с другого. И просто выносишь врагов. Что нам дали жизнь? Здесь, да, набираем очки, нам дают жизни дополнительные. Так. Получай люком под люка. Теперь главное не свалиться в эту дырку. То если мы свалимся, у нас хпшки отнимутся. Вот так вот, типа. Здесь темно и сыро. Получи. И тебе пяткой в нос. На опережение тебе. Так, еще одна пицца, но пока тратить не будем. Оп! Пока ее брать не будем. Давайте расправимся с этими чудиками. Разноцветными. Ну ладно. Так, еще какой-то бонус. А, это у нас силы. Давайте. Оп. Вот так. Ну, длится она всего несколько секунд. Это печально. Остальных приходится вручную долбить. А, опять я суперудар истратил. Так, на ножик попался.
Да чтоб тебя, а? Этот прием тоже прикольный, когда рядом стоят враги, просто разбрасывает всех в пух и прах. Так, новые бойцы появились. С чем они там? Нунчаками? Или это палки, палки складные? Отлично. Так, на тебе люком под люка. И оп, отлично. Вот эти фиолетовые тоже засранцы. Они вот, вот так вот делают, кидают звездочки. Умри уже. О, еще банда пришла. Банда гопников. Еще подмога пришла. Так и ждут тут сзади напасть. Они это дело любят. Отлично. Спускаемся обратно в канализацию. Ну, пока у нас идет более-менее все хорошо. Если честно, я бы, да, сыграл в игрушку вдвоем с кем-нибудь. Было бы прикольно поугарать. Может, когда-нибудь в дальнейшем и запишу ролик. Вот. Если найду жертву. Да что ты? Вот ненавижу, когда они вот так вот по экрану. Один в одной стороне, другой в другой стороне. Самое поганое. Еще нельзя давать им загнать себя в угол. Иначе они просто тупо не дадут тебе встать, пока у тебя все хпшки не истратятся. Слышите, да, как завывает музон? Вообще отлично. Так, а тебе сейчас отлично на опережение. Получай. Ибо уйдите из моей канализации. У нас же черепахи живут в канализациях. Ух ты, чё я там споткнулся, что ли? А-а-а, не то хотел сделать, но ладно. Блин, жизни, жизни. Вообще. Где там у нас? О, пицца, отлично. Дошли. Так, стали выныривать монстры, похожие на чужих. Их можно побить, можно просто тупо оббегать. Получай. А-а-а. Поздно прыгнул. Так. Еще парочка бойцов. Ну и второй игрок может, кстати, присоединиться в любой момент игры. Ему стоит только нажать старт на втором джойстике. И вуаля. Да что ты? Участь одного игрока будет попроще. А, я же отбежал в сторону, что ты? В первую очередь надо выносить вот таких вот разноцветных. Блин, то что красные, они простые. И особого... С особой опасности они... не подстерегают. Ну что, первый босс, друзья. И это у нас Крока. Обожаю есть на ужин молодых черепашат.
Но в реале его, по-моему, зовут не Крока, его зовут, по-моему, Кожаный Лоб, вроде как. Вот. Ну и тактика, в принципе, с ним простая. Когда он стоит на четвереньке, отбегаем в сторону или перепрыгиваем его. И уворачиваемся вот от этих, чем он там кидает, ножей. И просто дубасим его. Да что ты? Оп, вот и первая жизнь. Накосячил я. Причем игрушка такая красочная, да? Заметили, такие яркие цвета у них. У всех. Так, готов. О нет, меня победили черепахи. Недомерки. Кавабанга. Сцена номер два. Корабль-призрак. Ну, до корабля надо еще добраться. А доберемся мы вот на этом вот таком скутере, или как, летающая доска. По пути вынося киборгов Шреддера. Так, собираем вот эти вопросики, дополнительные очки. По-моему, один вопросик это одно очко. Так, и перепрыгиваем вот эти вот бревна. Так, вопросик. Отлично. Ай! Не успел. Как так? Как он задел? Так, ножики. Отлично. Вот эти вот тоже надоедливые, как их, маусеры, или как их там называют. Ну что ты? Столько вопросов пропустил. Ну ладно. Вот добрались мы до корабля-призрака. Посмотрим, что нас ждет. Нате вам. Просто сразу кучку всю. Всю шайку вынес. Ну что, давайте я вам сейчас уши надеру. Ну, в принципе, я и забыл, что у вас ушей-то нету уже. Все-таки киборги. У вас там, наверное, вместо ушей динамики. Так, можно коробочку вот эту. И никого не взорвало. Ну ладно. Досадно, обидно. Ну ладно. Не в том порядке сказал. Так, получай. И уровни, чем дальше, тем они будут сложнее. Тут всякие будут ловушки. Допустим, вот на корабле здесь вот, по-моему, будут такие ловушки. Оп! Пицца как приманка лежала. Будут такие ловушки, как доски. Досками может в лобишник заехать. Там какая-то отличительная черта есть от обычных досок. Типа как какие-то заплаток, что ли, или фиг знает. Ах ты мне по черепушке заехал, да? Надо, походу, пиццу брать. Интересно, с чем пицца? Я люблю пиццу с курицей и с сыром. Ну, с салями еще ничего так. А вот с курицей я просто обожаю. Особенно если она когда горячая. Вообще ништяк.
О, отлично, нам жизнь дали. Ту жизнь, которую мы потратили, мы возобновили. Получай. Вот эти заплатки такие. Ах ты. Вот он меня в угол зажал и начинает дубасить просто. Так, с разбега не получилось. Ну что ты? Получи. Очередь, очередь. Всем достанется. У меня люлей много. Я могу поделиться. Получай. Отлично. О, прям так красиво было. Так, желтых выносим, выносим, пока они тут не начали раскидывать свои. Че у меня так дончик подпрыгнул, как в матрице, так с замедленным действием. Живой. Отлично. Бо. Да что тебе? Разошелся. О, бочки, бочки. Слышь ты, какой-то ты дерзкий. Твою мать, а? Да что за фигня? Потеряли мы жизнь, которую только что заработали. Получи, ублюдок. Еще два говнюка серых пришло. О! Не успел, не успел. Началось, в угол загнали. Сейчас я вам покажу кузькину мать. Здесь, по-моему, у каждого героя свое преимущество вроде как. У Леонардо, по-моему, у него самый сильный удар. У Донателло... О, вот эти каменные человеки. Самые поганые такие. В принципе, в дендиской версии они не такие уж и сложные. А вот здесь они какие-то бывают просто как... Как читерские такие. Враги. Как бы бывает, как повезет. Быстро с ними расправишься. Бывает, придется помучиться просто. Так, один готов. Вот этот вот с пулеметом своим. Чё за жесть, а? Ну-ка иди сюда. Ему оставалось всего один удар. Вот. О чем я говорил-то? Да, у Донателло, по-моему... дистанция удара длинная, так как у него палка. Вот. Он более дальних врагов может достать. Остальных вот я не помню, что там. Потому что я, в принципе, ими особо не играл. Я либо вот Леонардо, либо Донателло. Ну, чаще всего Донателло. Получи. Отлично, вынесли. С коробкой динамита. Так, 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 так. Ну, люблю вот так их выносить.
и проблем меньше. И не паришься с ними. Просто можно сразу кучку так вынести. Оп, сосулька. Сосульку я помню. И опять у нас каменные солдаты. И снова мы... О, еще и с базукой. Вот их проще умочить, когда они вот в куче. Да что ты, иди сюда. Отлично. А, жесть, наткнулся на этот кулак киборгский. На. О, фиолетовых понабежало. Чё он там крякает? Или он кия говорит? О, пицца. Блин, мы до пиццы-то чуть-чуть не дошли. Так, вот этих вот надо бить. Вот так вот, скольжением. Так как они вот... да что ты? Защищаются постоянно. Постоянно в обороне находятся. Отвали! В зубы так мне смачно дал. В принципе, можно и так, но... так как бы... Да что ты? Иди сюда! Еще живой, да на тебе! Пицца. И снова у нас... каменные воины. Ах ты, тварь. Получай, получай. Отлично. Есть, вынесли. Еще одни. Воу, 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 воу. Блин, с базуками это опасные вообще типы. Да твою мать, а. Так, так. Ах ты, тварь. Блин. Жизни мы потратили в этом уровне. Жесть. И все из-за этих козлов каменных. Да сдохните вы уже, наконец, а. Ублюдки. В зеленых шлемах. Отвали. Когда они схватятся сзади, начинаешь нажимать на все кнопки, и почему-то вот чаще всего черепашка использует суперудар. Не знаю почему. И от этого жизни, короче, тратится. Так, лежит пицца, и у нас следующий босс Рокстеди. Приготовьтесь, сейчас я сварю из вас черепаховый суп. Погнали. Ну, тактика боя с ним тоже проста, как бы. Тоже, в принципе, перепрыгиваем. Периодически уворачиваемся от выстрелов из автомата. В принципе, ничего сложного. Еще бывает, он гранатами кидается. Ну, в принципе, наверное, один из самых легких боссов. Давайте пиццу возьмем. Вот она достала автомат. И прыжок. И готов наш Рокстеди. Забегал как курица. Встретимся позже. Я разделаюсь с вами.
Так, сцена третья. Логово Шредера. Ну и до логова тоже надо дойти сначала. Мы только вышли из пещеры. Тоже, в принципе, будут запарные места такие здесь, в этом уровне. Вот у нас появились мусорки на колесах. Так, одна готова. Вторая готова, третья готова. Отлично. Так, тебе. Держи. Вот они вот так вот опять разделяются по экрану. И бесить начинает. Так. Тут у нас обороняка пришел. Вот, всех раскидали. Отлично. Получай. Снова мусорки. Так, одна готова. Вторая готова, третья готова. Получи. Распрыгался тут. Какие-то огнедышащие появились. Да отвали ты. Здорово. Так, появился с плиткой. Оп. О, отлично, сразу кучку так вынесли. Урод, а? Получил. Отлично. Снова пришли эти огнедышащие. Получай. Так, этот еще живой, да? Так, снова. А, не успел я отбить плитку. А, суперудар использовал. Ну ладно, у нас здесь рядом пицца. В принципе, не страшно. Еще живой. Такой живучий-то. Попался. Так, берем пиццу. А, опять я. Затупил. Да что ты? Тоже в яму, главное не упасть. О, прибежали эти маусеры. Дали нам снова жизнь. Отлично. А куда ты так медленно-то полетел? Черепашка. У меня дома тоже есть черепахи. Ой. И я когда на пол их пускаю, они, короче, вот так же бегают. Только на четырех лапах. Блин. Я, короче, потратил опять все жизни.
Так, что у нас? Пиццы-то, по-моему, больше не будет у нас. Вот. Так что надо как-то... Фиг знает. Пробираться аккуратно. А вот эта вот часть уровня, она будет запарная сейчас. Места будут такие... Мама, не горюй. Отвали! Ну все, короче, жизнь мы потеряли. Можно сказать. Сейчас вот на этих, наверное, фиолетовых мы и просрём ее. Но... В этом месте как бы прыгать не советуется, потому что он на потолке там такие штыки. Можно голову пробить на раз-два. Так, тут у нас палочки. Причем вот эти вот желтые они, засранцы. Ай-ай-ай-ай-ай. Получи, получи. Вот были бы здесь толпа, стояла бы, было бы вообще прикольно. Сейчас бы просто всех вынесли. Так, у нас один остался, да, который там... Да что ты с жопой сел на колье-то? Ну все, короче, жесть. Нет, нам повезло. Так, выносим вот так более как-то безопасней. Отлично. Ну что ты будешь делать-то? Да отвали ты от меня. Вот я загнал в угол и все, все. Хрен ты что сделаешь. Так, у нас огнедышащие тут. Синих тут развелось что-то. Бухариков. Так, жизни-то у нас вообще как бы... Ай, блин. Своими тут... Звездочками. Знаешь, куда я тебе сейчас ее засуну, эту звездочку? Никогда не угадаешь. Да чтоб тебя. Сколько вас тут их? Кротокрысы, блин. Ну, вот тоже запарное место, короче. Да-да. Как нефиг поджариться можно. Да что ты будешь делать-то? Все, закончились враги здесь. Мы почти пришли к главарю. Почти добрались. Еще чуть-чуть осталось, короче. Мы сейчас... На тебе. Приперлись тут. Главное не накосячить. Но я уже это сделал. Ну ладно. Так, вот он босс. Сначала победите моих солдат. Ну что, Тацу, давай я тебе сейчас бамбуковой палочкой по твоей
лысине. Здесь главное не обращать внимания на этих солдафонов, потому что они будут бесконечно нападать и стараться вот не попадаться на эти, на кинжалы этого Тацу. И вот так вот впритык к нему подходить и просто долбить его, что есть мочи. Что ты там крякнул? Как свинья. Получай, получай. Так, чуть-чуть ему осталось. Совсем чуть-чуть, он уже заморгал. И, наверное, последний заход. Отлично. Учитель. Что ж ты сразу учитель это позвать начал? Шреддер тебе не поможет. Так, сцена четвертая. Подземелье. Это, по-моему, предпоследняя миссия. И в этой миссии нам, по-моему, придется сразиться со всеми предыдущими главарями, короче, подряд. Это будет просто сказка. И потом с основным главарем будет бой. Главное, попросту жизни не тратить. И будет все окей. Получай, получай. Так тебе. Чужие. Каким боком они здесь появились, я вообще фиг знает. Ну что, вот он первый босс. Кожаный лоб. Тактики все те же самые. Только цвет кожи у него поменялся. Типа, больше агрессии стало, что ли. Типа, показано так. Но мне больше кажется, что он в солярии перележал. Так. Получай. Ну, в принципе, как бы тактики мы все знаем. Главное не накосячить просто тупо и все. И будет все окей. Вот он уже заморгал. Ему сейчас будет плохо. Так, следующий у нас был Рокстеди. Ну что, Рокстеди, давай начнем наш поединок. Главное вплотную к нему не подходить, потому что он пнуть может очень сильно. Все-таки носорог, а носороги порой легаются. Жалко, что в этой части не добавили Бибопа, этого кабана. Могли бы добавить для полного комплекта. Допустим, вот вместо вот этих вот сделать нормального... Ах ты засранец. Нормального полноценного
босса. Ну, в принципе, он будет здесь, в этом уровне. Так, гранаты. Так, Тацу. Ах ты засранец, Тацу. Что? Да что вы, а? Что ты говоришь, а? Так, 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 так. Ай-яй-яй. Что-то мне подсказывает, что нам придется здесь потратить кредит. Потому что следующий босс будет не такой уж, в принципе, и легенький. Ну, что ты так медленно? Давай, чуть-чуть тебе осталось. И пиццы жалко нету. Ну вот, собственно, и босс. Мои малышки остановят тебе... вас. О, короче, сейчас будет жесть. Сейчас будем тратить кредит. Ну, если нам придется потратить кредит... О, жизнь. Отлично. Пока у нас есть шанс закончить начатое. Но если нам придется потратить кредит, я... Так, 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 очистим все поле. Я вырежу просто момент, когда я буду доходить вот до этого главаря. Потому что одно и то же, я думаю, смотреть тоже как бы неинтересно. Так, выносим. Ах ты, тварь. Давай, вставай. Ну, что ты будешь делать-то, а? Жесть, короче. И этому на летающем толчке, в принципе, тоже немного осталось-то. Ну что ты? А, жесть, короче. Все, мы просрали. Просрали. Ну вот, собственно, и почти то место, где мы остановились. Чтобы дойти до сюда, мне пришлось потратить одну жизнь. Но я тут наработал 100 очков, и мне ее по новой дали. Вот. Теперь главное не просрать. Потому что у нас еще впереди немалый путь. Да чтоб вас.
Вот постоянно я раньше вот на этом боссе застревал. Отлично. Стокман готов у нас. Мы уничтожили моих питомцев. Ну, хорошо, надеюсь, я больше их не увижу. Это тупик. Но наш детектор показывает, что мы почти у цели. Добро пожаловать. Почувствуйте всю силу моего гиперкамня. Вперед, ребята. Итак, сцена пятая, это, по-моему, финальная сцена Технодром. Здесь у нас будет два босса. Вот. Это Крэнк, по-моему. И, собственно, сам Шреддер. Вот. И оба они, я скажу, не такие уж и легкие боссы. На них я тоже как бы застревал раньше. Конкретно. Особенно на Шреддере. Шреддер-то это вообще жесть. Ну, доберемся, увидим. Как у меня получится через столько лет это сделать. Ну что ты? Опять эти. Я же вас уничтожил. Походу, Стокман успел создать здесь конвейер. Они вон прям с него выпрыгивают. Еще горяченькие. Так, вот вбегаем в толпу. Ну что, зачем ты сделал? Суперудар. О, новые. Ай-яй-яй. Вот этих хоть и с первого удара можно вынести, но они опасные. Да отвали ты от меня. Что за черт, а, происходит? Уроды. Меня окружают уроды. Пошли вон, шавки. Шавки позорные. Сейчас я вас всех повыношу. Отлично. О, нет. Каменные люди. Вас-то тут только и не хватало. Фу. Он чуть не звезданул нас базукой. Так, один готов. И еще один на помощь пришел. Отлично. Фу, с ними разобрались. Так, двух вынесли. А, одна попала все-таки по нам. Отлично. Ну-ка, ну-ка. Хватит кружить. А, неожиданно, неожиданно мне заехал по затылку так. Ладно. Надо набрать 400 очков, и нам дадут снова жизнь. Давайте попробуем сделать это. Отлично. Все бы были бы, как вот эти шавки. Просто. Как нефиг. А да отвали ты. Я бы вас обозвал нецензурным словом, но как-то это неприлично. Телепортик, как в версии на Денди, помните, да? Тоже, по-моему, тоже на Технодроме было такое сооружение, там появлялись.
вот эти роботы. Да блин, что ж ты все липнешь-то ко мне, ублюдок. Фу, перепрыгнули звездочку. Ну зачем ты сделал опять супер удар, а? Кто тебя просил? Еще повылазили из каких-то непонятных люков, как в этом, знаете, в подъездах для мусора. Да чтоб тебя, а? Еще. Еще кучка мусора. Так, снова телепорта. Да блин, что ж ты творишь-то, Донателло? Они все респанятся и респанятся. Только не успев... Только успеваешь их выносить. О, вот это тоже бесячее место. Такое. Да что... Да, вот здесь лучше стоять на... Да, отвали. Стоять на одном месте, и пускай они сами подходят. Началась, блин. Вот смотрите, сколько вот эти вот ледяные штуки уже нам жизни потратили. Давай. Ну и еще раз. Блин, ублюдок. Нет, здесь вот так вот лучше прыжками. Жесть, короче, жесть, ребята. Да что ты не в ту сторону-то все? Пинаешь куда-то. Воу-воу-воу-воу! Не, это никуда не годится. У нас еще Крэнк, а мы уже столько жизни потратили. Ну, если придется тратить кредит, мы сделаем по той же тактике, да, друзья? Я дохожу до того места. Где мы погибаем, и включаю запись по новой. Так, блин, вот эти шары я никогда, кстати, не мог их нормально обижать или там перепрыгнуть. Если у вас получалось, то отписывайтесь в комментариях, как это и что. О, дали жизнь, отлично. А, 300 нам надо было набрать, а не 400. Я почему-то думал 400. Ай-яй-яй. Ну, одного вынесли. Второго вынесли. Ах ты, ублюдок. Сейчас своим пулеметом тут. Еще. Так, 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 с базукой. Блин. Какого черта? Тут вот с базукой надо вынести. Отлично. И тебе тоже достанется. Не волнуйся.
снова какие-то электрические сгустки. Блин, попались. Кстати, кому бесит вот эти вот захваты ихние сзади, вы, кстати, можете отключить их в настройках. Да блин. Ну, я как бы не стал, чтобы было посложнее. Что и так сложно, чтобы было посложнее. Итак, дошли до Кренга. Вам никогда не расстроить мои планы. Ну что, киборг с мозгами, давай. Я наваляю тебе. Или ты мне, как получится. Так, ну вот этот босс, он, блин, сложноватый. Главное, вот эти вот удары ногой, избегать его, и вот эти руками. И ракеты вот эти. Да что от тебя, а? Я вот ненавижу вот таких вот врагов, которые летающие тоже. Хрен поймешь, с какой стороны надо подходить к ним. Жесть, короче. Получай, 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 получай. Так, ноги, ноги. А ноги, ноги, ноги. Не будут одиноки. Ах ты засранец, а. Блин. Еще и ржет, а. Ах ты. Засранец-то, а, какой. Блин. Что-то мне ракурс не подобрать. Зато он подбирает его очень здорово. Своей лапищей тут. О, отлично. Блин. Засранец, а? Блин, да чтоб тебя. Бесячий босс, бесячий. Сами видите, да? Вот вроде, как бы, блин, стоял на его траектории, а нифига не попал по нему. А, на ногу наткнулся. Ну что, друзья, я вырезаю. Ну что, вот еще попытка, чтобы до сюда дойти, мне пришлось кучу жизни потратить. Вот. Миссия действительно сложная. Так, у него появилась новая атака.
Чуть-чуть ему осталось. Надо уворачиваться от этих бомб. Да тут уже похоже, походу от всего уворачиваться надо. Отлично. И остался один мозг, Крэнк. Супер Шреддер разделается с вами. Ну что, друзья, теперь отправляемся, собственно говоря, к самому Супер Шреддеру. Для этого нам нужно спуститься, сейчас будет в лифте. Вот за нами прибежала отряд Супер Шреддера. Сейчас мы с ними разделаемся, как подобается черепашке ниндзя. Отлично. Ну что, в путь, поехали. Поколбасимся под музыку. Yeah. Выносим, выносим этих желторотиков, желтых полосатиков. Бухарики вышли, синяки. Отлично, еще подмога синячных. И ты один остался. Едем дальше. Так, мочим эти мусорки. Еще. Отлично. А, я забыл, что их надо по-другому мочить. Так вот, скольжением. Отлично, вынесли этих кротокрысов, маусеров, как их называют. Так. Серые вышли. Или они белые, серые, наверное, скорее всего. Больше на серый цвет похоже. Зачем ты сделал суперудар? Дончик. Рон-дон-дончик. Так, теперь они стали появляться уже в самом лифте. Вылазить непонятно откуда. Как из пластилина. Еще. Ну это, по-моему, последняя волна противников, и у нас будет битва с Супер Шреддером. Ну, собственно, мы приехали. И вот она, финальная битва. Один из самых сложных боссов, на котором я раньше чуть ли не посидел в детстве. Приготовьтесь к смерти, назойливые рептилии. Здесь надо действовать очень быстро. А. И избегать вот эту заморозку. Да чтоб тебя. Вот этих шаров тоже надо избегать. Он сразу нас превращает в маленьких черепашат.
уничтожает наш мутаген. Так. Отлично. Да блин, ты достал заморозкой фигачить. А, затупил я. Чтоб тебя. Ну все, началось. Один провал, и он будет вообще не даст нам встать или что-либо сделать. Так, это было далеко. Подходи ближе. Ближе подходи. Так. Достал заморозкой фигачить. Ублюдок. О. Так. Давайте, давайте. Чуть-чуть ему осталось. Как и нам, в принципе. А, нет. Жесть. Ну все. Продолжаем дубасить Шреддера. Или он нас. Непонятно, кто кого. Так, 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 так. Фу-фу-фу-фу-фу. Получай. А, это было далеко. То есть близко. Давай, очухивайся быстрее. Жесть. Так, осталась одна полоска у него. И... А, заморозка. Черт. Неудачно. Попали. Отлично. Шреддер готов. Бедняга. Сделал, спрыгнул. Отлично, победа. И вот они, гиперкабни. Выронил он при падении. Злодей Шреддер вновь побежден. И наш город снова в полном порядке. Кто же этот таинственный спаситель? Ответа не знает никто. Да, это была Эйприл О'Нил. До встречи. А чё там за чувак подпрыгнул? Итак, черепашки-ниндзя. Ну что, друзья, игрушка пройдена. Я надеюсь, вы со мной вместе поностальгировали. Видели, там разработка чья была? У Сасаки или что-то такое. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Также пишем комментарии свои, свои пожелания, какие игры вы хотите увидеть в этой рубрике. Вот, я обязательно для вас запишу их. Ну что, я со всеми прощаюсь. До встречи. Всем пока-пока.